Они были актерами о подвиге подпольщиков группы «Сокол». «Новоселье в старом доме» посвящается советским людям, выстоявшим в блокадном Ленинграде. Тот первый день к 40-летию Победы. Берлин, май 45-го. Спектакль показан на Всесоюзном фестивале в Москве в театре имени Вахтангова. «Без права на смерть» о подвиге крымских партизан. «Нашествие» – спектакль, посвящен 70-летию Великой Победы. Ты вникни, старик, в мои душевные переливы. Вот сейчас я пойду из этого дома вон, пока не выгнали. Никаких поручений мне не дашь? Могу что-нибудь твоим передать. Крымский академический русский драматический театр имени Горького остается верен высокому служению человека, гражданина и патриота своей родине, помня о том, что память не дает рвать корни, без которых что-то может исчезнуть навсегда. Как это было? Как совпала война, беда, мечта и юность, и это все в меня запало, и лишь потом во мне очнулось. Я, кажется, понял, в чем смысл жизни. Наверное, в том, чтобы его не утратить. Этих слов нет ни в пьесе, ни в спектакле. Они взяты из книги «У памяти нет срока давности», написанной сыном ветерана Великой Отечественной войны. Но именно этот главный смысл своей жизни в самые трудные дни войны с фашистами ищут и находят герои пьесы Леонида Леонова «Нашествие». Их профессии самые мирные. Вот отец и дочь, врач и учительница. Заглянула в класс. Пустой, неприбранный. И только сквозняк на стенке карту Африки шевелит. Там окно разбито. У тебя никогда не было секретов от нас. Ну вот пришли испытания, и ты выдумываешь какое-то разбитое окно. И ты целую Африку нагромождаешь на нашу дружбу, как могильный камень. Пап, прости, пожалуйста. Пап, прости, я не могла иначе. Ну кого же мы? Федора туда, что ли, пошлем? Господи, как я ненавижу их. Речь их, походку, все. Трудная работа это вам поручена. Интересная, очень интересная. Интересно в том отношении, что здесь за всем нужно уследить. С одной стороны, у тебя подполье, родители, любимый человек. С другой стороны, появляется брат, которого ты не видел 3 года. И нужно понять, насколько это... ощутить, насколько это встречать человека из тюрьмы, хотя он твой родной брат, а для тебя он враг, и ты его постоянно подозреваешь в этом. И сложно... Интересно делать вот эти вот переходы, когда ты рад его видеть, а с другой стороны ты подозреваешь, что он на другой стороне, и он может тебе нож в спину вставить. Вот это интересно, очень интересно. Но ведь все действие происходит вообще вдалеке от вас теперь, да, годы, да, конечно, в годы Отечественной войны, все как бы вами не пережито. Вот как вы чувствуете в себе, ну, что-то от той девушки, которую вы сейчас играете? Вы знаете, когда работаешь над ролью, так или иначе, изучаешь материал, общаешься со своими родственниками. У меня бабушка очень много рассказала. У нее тоже работали, она ребенок войны, у нее работали в подполье, то есть ее братья, старшие, на войне много людей погибло. И она рассказывала, вот у нас даже текст есть, там, надо закопать вещи, пока земля не задубенела. И бабушка точно так же делала. Поэтому, конечно, далеко, но вот эта вот связь поколений, я думаю, она продолжается, и это очень важно. Пока вы мне не объясните, почему это случилось, я не знаю. Мы помним, нет, спасибо. Так, пожалуйста, начинайте. Приготовьтесь на приход немцев, ребята, с музыкой, со светом, все.
это лучшая пьеса, которая показывает слово «нашествие». На Россию все время кто-то хочет наступать. А сегодня как никогда озверели. Вот нашествие показано через дом простой семьи, как сюда лезет Германия, нацизм. Действие происходит в маленьком русском городе в дни Отечественной войны. Вот так автор пьесы написал. Но вот мне показалось, что этот маленький город вырастает до образа всей большой России. Совершенно верно. Без этих маленьких городков и сегодня их 20 тысяч городков, которые кормят и Москву, и Ленинград, и нас, и все-все. Без этого нет России. В каждом селе, в каждом городочке маленьком была своя церквушка, было свое какое-то единение людей. А понимаете, я еще помню это. Они даже до сих пор сохранились. Вот по дороге едешь в Ярославль, по дорогах, и домики эти сохранились. И устой этот сохранился русский. И язык русский сохранился. Это основа основ России. Устал. Деревни кругом полыхают. Снег розовый летит. А в нем патрули штыками шарят. Облава. А я знаю, по кому рыщу. Найдут черта с два. Он глядит где-нибудь из щелочки и ухмыляется. Бравый товарищ. Я бы взял в компанию такого. Человек этот очень обижен на общество. Жизнь у него не сложилась. У него тяжелые отпечатки лежат на судьбе. Это тюрьма, болезнь, и война опять же. Потом он оказался отвергнутым и семьей, и людьми. Потерял дом свой родной. И, естественно, вот такие отпечатки не проходят даром. Но так случилось, что в какой-то момент вот эта жестокость войны, которая проявляется вот в сцене с девочкой, она его буквально подтолкнула, помогла сделать свой выбор. Иначе неизвестно, как он бы повел в этой ситуации. То есть она его заставила принять решение. И в итоге получилось, что его существование, ну, наверное, он обречен. Оно все-таки какой-то смысл нашло. Жизнь оправдана все-таки, да? Оправдалась, да. Иначе бы он бессмысленно жил. Ну, вот такие вот перепады, что ли, да, вот в поступках, даже, ну, в самой, что ли, теме вот этого произведения, да, оно осложняло вашу работу, вот это все, нет? Ну, конечно, вы же сами заметили, роль очень нервная, требует много моральных сил. И, естественно, перед каждой репетицией, я не знаю, что бы там ни говорил Анатолий Григорьевич, но приходится много читать, много смотреть, пропускать сквозь себя этот материал. И нагружать себя вот даже какими-то такими событиями черными из истории войны, из истории нашего государства, связанные с лагерями и так далее. То есть я постоянно на такой подпитке нахожусь, чтобы как-то себя мобилизовать в этом смысле. К пьесе советского писателя и драматурга Леонида Леонова «Нашествие» Анатолий Григорьевич Новиков впервые обратился еще в 1970 году, будучи главным режиссером Пермского театра. Спектакль вызвал большой интерес у театральной общественности и зрителей. Во время гастролей в Москве его увидел и высоко оценил сам автор. Прошло 45 лет, но драматургический материал оказался настолько своевременным и сегодня, что режиссер решительно взялся за осуществление его второго сценического прочтения. Я дам тебе лекарство, сильнее которого нет на свете. Сейчас, дай. Сейчас дам. Только ты выпей его залпом, если сможешь. Не задремала? Не может. Звездочка, спи, березка моя полевая, спи.
тебе лекарство, Федор. Оно на человечьей крови замешано. Всегда, когда новая роль перед актером, он начинает над ней работать, и, наверное, вот всегда он такой получается экземпляр перечеркнутый, да? Что вы ищете вот в этой роли и что нашли? В этой роли я ищу то, что я еще не играл. Хотя сыграно уже больше 250 ролей, а вот такой характер я еще не делал. Тут я столкнулся с очень большой трудностью, потому что этот человек поступка, судьбы невероятной. И вместе с тем, при всех великих его качествах, это чрезвычайно мягкий, трогательный, скромный человек. О нем всю жизнь говорят другие. Сам он о себе никогда не говорит. Вот говорит, а что ж ты сидишь-то тут, Ваня, в этой глуши? Ты же первый начал делать операции на сердце. Что ж о тебе-то не позаботились? А бросая этот город, когда все отступали, ему выделили два места, а семья пять человек. Может ли мой Иван Тихонович уехать из этого города? Никогда. Вот сама постановка такого спектакля, то, что мы его подняли, спектакль написан в 1942 году. Можете себе представить? То, что мы подняли такую великую драматургию, а это великий драматург, это классик, боятся его ставить, потому что не понимают. А это произведение вечное. Это наше высказывание на многие-многие годы. И, конечно, нашим зрителям будут маленькие десятиклассники, восьмиклассники. Это самый дорогой зритель. Вот кому нужно рассказать ту правду, которая была в тылу. Два спектакля, два сценических произведения, поднявших одну тему. Тему преданности Родине в самый тяжелый для ее жизни час. Тему высокого духа людей, не сломленных, не покоренных. Первый, основанный на реальных событиях, когда в оккупированном фашистами Симферополе действовала подпольная театральная группа «Сокол», участники которой были расстреляны за три дня до освобождения города. Во втором спектакле нет реальных прототипов, но в годы Великой Отечественной войны такие же обычные советские люди, не военные, в тылу врага, становились защитниками отчизны. Теперь другая правит жизнь, другие имена и песни, а те, что были на их месте, уходят в память или ввысь.